Я выбираю «Мираж». Мой бизнес в безопасности. Мы всегда под защитой. Ваше спокойствие – это лучшая награда для нас. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Сюзанна Искаян. Охранная организация «Мираж» – все виды охранных услуг, монтаж пожарной и охранной сигнализации любой сложности. Ваше спокойствие – это лучшая награда для нас. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник синоптическая карта большей части Зауралья будет представлена обширным антициклоном, благодаря чему жителей региона ждет погожий летний денек с вполне комфортным температурным фоном. В Екатеринбурге плюс 26, плюс 28, в Тюмени плюс 27, 29, в Челябинске плюс 25, плюс 27, без осадков. В Кургане переменная облачность, без осадков, ветер северный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 14, плюс 16. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков, ветер северный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 26, плюс 28. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба. 24 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!